27 ноября 1982 года. Так, инспектор, теперь вы имеете право задерживать подозрительных лиц, чтобы включить команду задержать. Слава Арцтоцке, место инспектора, республика знаменитый бегун стал убийцей. И все? Ну да, в принципе, все нормально. Так, стоп, а где тогда... Сейчас, секунду. Пока мы не откроем, время же не пойдет. Да, видите, стоит время пока что. А где же разыскиваются? Вот это я не понял. А, почему-то нету. Ну ладно. Окей. Ладно, все, тогда проходите, ребятки. Давайте, следующий. Так. Чаек немножко. Я хочу навести друзей. 2 месяца, ага, в гости. А, паспорт, ах ты, шваль позорная! Какого хрена? Тут 2 разных номера. Это какая-то ошибка, документ нормальный, погодите. Не надо меня забирать, пожалуйста, просто поставь мне в паспорт, как раз я уйду. А, хрень тебе! 1 минут, пожалуйста. Что происходит? А вот сейчас увидишь, что происходит. Пройдемте. О, другое дело. Не надо тебя забирать. Ну, конечно, конечно. Ваши документики. Так, смотрим, чтобы тут все совпадало, потому что сейчас любят подделывать, однако. 05-028-160, печать 4, хорошо. А то контрабанду могут, кстати, производить они, точнее, проводить. Так, ага. Ну, вроде все нормально, давай, иди. Так, отлично. Слава Арцтоцке. Да нет, как, пол? Как я проверю ваш этот пол? Мужской, ну как так? Я останусь на пару недель, на больше, 14 недель. Транзит, да? Транзитом, да. 82-е, 12-е, 26-е. Паспорт смотрим, Винс Лестрейд. Вроде эта хрень совпадает, мужской. Да блин, как я на пол-то, блин, не обращаю внимания, а? Тут маленькую, блин, М или Ж постоянно. Не замечаю. Ваши документы. Какова цель? Женская. Ну, вроде же женский, да? 14 дней в гости. Или транзит. Да. 82-й, 12-й. Ай, моя дорогая, а. Пошла-ка ты отсюда, а. Даже не знаю, что сказать. Что не знаю? А что, задержать нельзя? А, ну да, он просто истек. Точно, он действительно же. Значит, все совпадает, но кроме вот даты. Следующий, пожалуйста. За это, между прочим, штраф должны ей давать. Я не по своей воле ненавижу эту мерзкую страну, я только транзитом. Чем меньше, тем лучше. 2 дня. Ох ты какой, а, блин, Матика Отто. 83-й, 82-й, 12-й. Да, вроде все совпадает, кроме мужской вроде. Ну ладно, проходи, чувак. Но ты, блин, такой говноед, что даже не хочется тебя пропускать, ох. Ну-ка. Ну ладно, говноед, смотри мне у меня. Какова цель поездки? Я хочу навести друзей. 8 недель. А, ну да, это 2 месяца, все правильно, блин. Так говорят. 82-е, 10-е. Ах ты мой дорогой. Эх ты мой дорогой говноед. У меня не получилось приехать раньше. Ну, тогда и вали отсюда. Все, приедешь дальше. Вот, главное нахамить, ребят. Главное нахамить. Ваши документики. Цель поездки. Транзит. 2 дня? Да, 2 дня. Киенбурге. Бурки Кин. А что за фоточка, мой дорогой? Вроде мужской, да, мужской. Паспорт совпадает. 82-й, 12-й, 84-й. Все, проходи. Надеюсь, ты мне там не подделал страну, потому что они так могут, кстати, делать. В принципе, пофиг. Мы страну можем пока что не проверять, потому что штрафы такие будут редкие. Сегодня прекрасный день, друг мой. Мы, наконец-то, вырвались из оков тирании. Постоянно, да? Что-то ты ничего мне не говоришь, постоянно. Ладно, постоянно так постоянно. Восток Пьютер. Пьютер. Вроде мужской. Фотка по усам. Смотрю, что ты, мой дорогой. Так что проходи. Вроде все правильно.
Спасибо вам огромное. Пожалуйста, отнесите с пониманием к моей жене. Она в очереди следующая. В смысле? Ну ладно. Ваши документики. Вы видели моего мужа? Мы ведь пройдем, правда? Ай, моя дорогая, видимо, не пройдете вы ни хрена, потому что где же разрешение на въезд, а? С пониманием. Пожалуйста, умоляю. Они не дадут мне разрешение. Меня не держат. Если я вернусь, ну, меня убьют. Ну, слушайте, ребят. Ай, блин, штраф могут дать. Ну, ладно, ладно. Ай, проходи. Я сегодня добренький. Мы никогда вас не забудем. И опять мне монету дают. Ага, видите, открыто достижение. А толку вот эти достижения-то мне дают? Что вот эти монетки дают, а? Если бы они деньги мне давали, а что это такое? Даже никакой взятки не дают. Так нечестно. Так, это ты, моя дорогая, 14 дней. Данные совпадают, женские вроде. 82-й, 12-й, в гости паспорт. Совпадает, Мария Вентреска. Вентреска, ну проходи, Вентреска. Давай. Следующий. Да твою мать! Ложный ответ на вопрос о цели визита! Да как? Твою мать, 5 кредитов, это для меня 60 дней. Ненавижу, ненавижу, женский, да пошел ты в жопу, трансвестит проклятый. Я уж сразу понял. У вас потом написано, что вы женщина. Что за вопрос? И что? Пошел отсюда. Неправильно, а ты мужик. Или что, теперь борода, все, Кончита Вурст, или как там ее? Ваши документики, мужской, скал. В гости. В гости, так в гости. Сколько на пару дней? Какого хрена на пару дней, если месяц ты мне скажешь? Да мудель ты проклятый. Простите, я тут... И... В смысле? Он просто вот так сказал и все? Охереть просто. Он просто поправил себя. А мы за это штрафы должны получать. Замечательно. Месяц 82-й, 12-й, 84-й. Ну, проходи. Вроде нормально все. Арбистан, блин. Или как там? Арбистан, да? Я правду. Это было просто. 5 кредитов. Да что ж такое-то? Так, давай, моя узкоглазая. А это что такое? Это что такое? Ёб твою мать. У меня была пластическая операция. Отпечатки. А, можно отпечатки проверить. Ну, давай. Извиняюсь, что ору, ребят. Просто охренел, думал. Данные совпадают. Чё, реально, что ли? Ну, ладно. Блин, ты красивее вроде стала, да? Ну, по сравнению с этой, ты вытянула череп, да? 52 килограмма, 172, женский, 60, Запенко Карлотта. А тут Запенко Карлотта? Карлотта Запенко, да, второго имени нет. Ладно, 84-й. Вроде совпадает, давай, проходи. Смотрите, мы рекорд пошли на рекорд, 14, нет, 13 всего. Ну, ладно. Или мы больше. Сын болеет, нужно лекарство, болеет голод. Пробел, переход. Режим проверка. О, мы можем на пробел. Но, правда, я не думаю, что я буду пользоваться это. Продукты, блин, ребята. Сегодня без продуктов. Нет. Голод, теща, дядя тоже что-то голодает. Все голодают, болеют, сынки. Улучшение. Я не буду, наверное, тратить на улучшение, ребят. Ну, да, на пробел вроде так легче. И как бы быстрее, но рабочих мест не хватает, дальше будет хуже. Приезжие отнимают работу у местных жителей. Вот так вот. Ну, конечно, и все-таки иммигранты-то, конечно, они за меньшие деньги работают. Это понятное дело. Так, Арцтоцк, Министерство въезда, официальный бюллетень, инспектор... Так, специальную программу контроля за трудоустройством иммигрантов, въезжающие с целью трудоустройства, должны предъявить разрешение на работу. Рабочих мест не хватает. Разрешение на работу уже. Ну, давайте, начинаем. Сейчас вот первый, конечно, вот... Так, ваши документы... Ох ты, блин! Да хрена тут всего. Я собираюсь здесь работать. И работать она собирается, я думаю, 2 месяца. Ой, блин...
Офигеть, сколько бумажек. До въезд, до 12-26, нормально. Самойско-Патрика. Самиоска, строительство. Хорошо, вроде все совпадает, но там, смотрите... Ага, вроде все нормально. Блин, они скоро будут подделать печати, гады. По-любому. Паспорт. Паспорт. Как-то мы долго, да, ребят, проверяем. Женский, 83-09. Ну, вроде все нормально, совпадает. Иди давай. Первый вроде никогда не обманывает. Вроде. Да, хорошо. Ваши документики, какова цель? Я буду здесь работать. Кем ты будешь работать? 6 месяцев работа. Да сколько ж можно-то, а? Я ничего не понимаю. Общественное питание? А вот это что такое? Ну-ка, погодите секунду. Нет связи, нет. Ну, типа, она на другую работу-то по-любому будет. Так, женская, 83-й, ЛФ-09. Это все нормально. Амника Тхомска. Тхомска Амника. 82, 12, 24. Вроде все совпадает. Ну да, все совпадает. Я вот пока ничего не вижу такого плохого. Так, пожалуйста, помогите мне. Человек по имени Дарилудум обещал нам с сестрой хорошую работу. Я ему не верю, я боюсь, что он отнимет у меня паспорт, заставит работать в бордель. Сейчас он стоит в очереди, умоляю, помогите. Я тут останусь. Ларри обещал с сестрой хорошую работу в Арсуске. Так нахрена ты мне тогда это давала? Черт, это в жопу, это все. Так, Педро, мальчиков что ли любишь, а, Педро? Ну-ка признавайся. Педро Коста. Паспорт смотрим. Вроде нормально, 3 месяца, да? То за несколько месяцев я здесь работаю. 82, 12, 24. Так, ну вроде... Вроде все хорошо. Так. Ой, я уже сюда ставлю печать. Давай, проходи, чувак. Это было просто. Дари Лудум. Ну, посмотрим. Я просто не хочу, блин, штраф получать за то, что его... Мне дали здесь работу. Общественное питание на 60 дней. На всего 60 дней работа. Да. Не очень работа такая. Ну, хотя, да, я понимаю. 83-02. Так, паспорт от Хесса Кузнецова. Инесса. Кузнецова. Русская, что ли, а? Арбистан. Мергурус... Да вроде все в порядке, вот только вот мне не нравятся их эти печати какие-то не тупые, что ли. Там он как-то без пробела был. Ну-ка. А, нет, смотрите, нормально. О, это что, этот мужик? Привет, старина! Теперь все как надо. Как все надо-то? Ни хрена не все как надо. А где ж, мой дорогой, на въезд? У вас нет разрешения. Слушай, ну ты вообще... Типа, что ты от меня хочешь-то еще, да? Ну, у вас тут и границ не пройдешь. Это правильно, работай как следует. Я найду себе эту штуку на въезд и опять приду. Ну да, да. Так, ваши документы. Так. Моя дорогая, а вот это что такое? Фотографии, на ней не вы. Это старое фото. Старое фото? Ну-ка, давай, докажи мне это. Старое фото. Так, вот. Ага, твою мать, а? Я про этого ничего не знаю. Да ну нахрен, а? Что происходит? А вот сейчас узнаешь, что происходит. Пройдемте. Следующий. Не знает она. Так, ваши документики. Так, привет, друг. Ты приходи, дам хорошую девочку. Ух, ты мне дашь хорошую девочку, чувак. Это хорошо. Если за бесплатно дашь только, а? Так, Арцтоцка, 177. А, слушай, это не ты ли? Дарья Лудум. Слушай, я не знаю, даже пропустить, не пропустить. А похрен, пропускаем. Да какая разница? Я не думаю, что нам... Или все-таки не пропустить, а? Вот в чем вопрос. Ай. Давай, проходи.
Брателло, раз ты мне девочку обещал, давай, подгони потом мне. Тоже еще. Обещал нам сестром хорошую работу, я ему не верю. Ну, ладно. Все равно деньги-то какие-то будете получать по-любому. Я думаю, 2 дня, думаешь ты. Вот ты мне правильно говори, думает она. Мишель Абулуско. Мишела Буловска. Так, твою мать, а где у тебя это разрешение на работу? Да, она совпадает, да как... А, транзит у ней же транзит. Женский 84-й. Все, тогда проходи. Тогда все нормально. Если загражден, вперед, следующий дубль нажимай. Добро пожаловать в Артстоцку. Так, цель поездки. В гости, это все. Я думаю, месяц-другой. Месяц. Четко. Ну, клевый у тебя паспорт, чувак. Четко, четко, ровно. Ну, раз четко, все ровно, давай тогда проходи, Видор. 82-й, 12-й, 10-й. Вроде все совпадает. Проходи, чувак. Надеюсь, не обманешь. Черт, ну парень четко не может меня обмануть. Так, ваши документики. А где твою ж дивизию и паспорт? Так, погодите. Так, ты просто время у меня тратишь. Вот. А чё, вот? А чё происходит? Закалеть! Ай, твою мать! Ни хрена! Вы это видели? Твою ж мать! Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Улучшение... Так, улучшение понятно. 25 баксов. Что ж такое-то? Ок. Продукты пока без продуктов, дорогие друзья мои. Так, новое нападение. Клуб... Да как они были убиты, я не понимаю. Или все-таки... Да пофиг на этих сестренок, господи. Что делать-то? Ноябрь 29-е. Так, погодите, что я нажал-то? Теперь проверка будет более тщательной на вашем рабочем месте установки камеры. Во вчерашнем нападении подозреваемый, прежде чем разрешать въезд гражданам Калечи, подвергайте их личному досмотру. Ага, ох ты, нифига. Так, моя дорогая, смотрим, женская в гости. Так, в гости. Так, из Калечи, смотрите-ка. Ну-ка, как нам... Так, секунду. Калечи я... Так, стоп, данные совпадают. А как мы тебя... обыскать всех калеченцев. Так. Вот так, вопрос. Вы выбраны для случайного досмотра. Давайте посмотрим. Лицом к сканеру. Вроде разрешение, все правильно, мы пока паспорт... Опа! Паспорт... А, все нормально. Господи. Фу, ну ё-моё, иди забирай отсюда. Вон, вонючая бабка, пошла отсюда. Господи, ну и работа у нас, а? Смотреть, блин, да. Фу, ужасно. Так, ты не искалечи, надеюсь, слава богу, я хочу навести продолжительность визита на 3 месяца в гости. Паспорт. Марио Макарец. Макарец, мой дорогой, въезд до 1982-10. Чувак, что ж ты меня так подводишь? Пошел отсюда. У меня были дела. Ну, у тебя дела. Ну, у меня вообще тоже дела. Работа. Я что должен? Теперь не знаю. Жопу свою надрывать. Вот если взяточку бы ты мне, конечно, дал, то... Но взятки, сами знаете, надо уметь. Ух ты, какая у нас красавица-то, а? Вся кривая аж. Так, виза. Вот тебя бы я, может, конечно, бы и отсмотрел. Жалко, ты не искалечи, а? Смотрим постоянно. Ты так, ПМЖ. Изабелла Брубакер. Паспорт. Хорошо. 82-й, 12-й, 83-й, проходи, моя дорогая, стой! Да, все нормально, просто я с работой перепутал. Если бы работа, то надо, тогда бы дополнительную хрень. А, твою мать! Город выдачи! Нет, только не это, вот это я ненавижу больше всего, что теперь они город уже начинают... Подделать. Так, 97, 177, Артстоцка, паспорт. А как я проверю паспорт, я не знаю. Джен Лук. Так, ну ты нас не должна вроде обмануть. Пошла отсюда. Слава Артстоцке. Да твою мать! Пол!
Да что это такое? Синичье опять какое-то приперлось. Бакирева Мария. Арцтоцка, 84-я Арцтоцка. Ну ладно. Пол, твою мать. Пол. Иди, давай, проходи. Ну только не говорите. Да твою мать! Да что теперь? Ошибка, рост! Теперь и рост еще надо проверять! Да ладно вам! Да ладно вам! Что это такое? Это брови у тебя такие? Ладно, 64, 178, ладно, это совпадает. Совпадает же, да, совпадает. Женский, Арцтоцка. Ай, 84-й. Что еще-то? Все вроде? Твою мать, я, наверное, пожалею, что и вот это вот я сейчас сделал, слава Арцтоцке. Следующий. Пожалуйста, 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 не надо! Слава богу, слава Арцтоцке! Теперь буду говорить не слава богу, а слава Арцтоцке. Я переезжаю в Арцтоцке на ПМЖ. Молодец, чувак, что переезжаешь. Мужской вроде, да. 82-12, постоянно. Паспорт нормальный. Вроде не обманываешь меня. Сафади Шеди. Все хорошо. Калечай, твою ж дивизию! Калечай, ну-ка, калечая. Мой дорогой, ты из калечия, а ну-ка. Случаем там это, не везешь? С собой какой-нибудь говнеца или афганский бульон? А? Ну-ка, давай посмотрим. Ё-моё. Опа! А это что такое, а? Нет связи. Как нет связи? Так, погодите. Вот, никакое оружие и контрабанда. Так, стоп. Это же... Это что такое вообще, а? Так. Что? Спокойней, друг. У меня тут безобидные лекарства. Я дам тебе 10 кредитов, если пропустишь. Блять, у нас... опять кредитов. Пошел ты в... Так, стоп. 10 кредитов. Черт, 10 кредитов. Это заманчиво. Правда, сколько мы... Отлично. Как обещал. Шикарно. 10 кредитов. Так, ладно, взятку мы взяли. А сколько... Ну-ка, штраф... А, слушайте, мы в выгоде, да, 5 кредитов это фигня. Я собираюсь здесь работать. Насколько? Я тут останусь на 6 месяцев. Женский, вроде, вроде правильная, да, данные совпадают. 84, Ривера Катрена. Так, печать, вот печать мне не нравится. Мне печать не нравится. А, нет, все нормально с печатью. 55-я, 84-я. А теперь паспорт. Паспорт нормальный. И все ЗБС, я смотрю. Кроме... А, все хорошо. Так, проходи, проходи, проходи быстрей. Это было просто. Так, денежки мы так за штрафами спрячем, правильно? Чтоб никто не видел, что мы взятки берем, ваши документы. Какова цель? Транзит 14 дней. Я думаю, пару недель, не больше. Ну, 14 дней, да, это нормально. Так, мой дорогой, а что у тебя? Хотя по бороде, я смотрю, все совпадает. 83-е, паспорт нормальный. Франско-Ливотский, проходи. Кроме того, Антегрия, все замечательно. Да. Это было просто. За 5 штраф какой-нибудь. Ну ладно, у нас, по крайней мере, взятка есть. Мы, так сказать, уже... Плюсе, нормально все. Мне дали здесь работу. Продолжительность визита на 1 год. Работа, ТВАС, стоматология. Ничего себе, да, стоматология-то это... Молодец ты, много будешь зарабатывать, Дианина. Так, 83-е, стаж Духар. Работа, 82-е, 12-е, 4-е, 1 год. Так, ну можно уже не торопиться. Женский, фото твое. А, 156 килограммов. Да вроде нормально, давай проходи. Так, обманешь, не обманешь? Ну-ка, мне интересно. А, видите, не обманул, не обманул, слава богу. Так, сейчас, погодите. Так, что у нас? Болеет голод, сынок, ты опять болеешь, да что ж такое-то? А может еще нет, тогда все сдохнут уже. Сын, теща, дядя, ё-моё, чё ж сын постоянно у меня болеет-то, а? Хватит болеть! Хватит болеть! Так, зарплата, штрафы, ё-моё.
как же мы так живем, а? От зарплаты до зарплаты. Премьер Каличи подал жалобу. По его мнению, обыски на границе нарушают права граждан. Да ладно. То-то вы кое-что возите с собой, а? Всякие афганские бульоны там, лекарства. Ну, конечно, лекарства. Марихуану там, дурь какую-нибудь, да? Конечно, лекарства. Каличанцы подали ДТД. Сегодня для участия в переговорах на высоком уровне прибывает некий дипломат. Обязательный досмотр всех граждан отменяется. Вот так вот. То есть, дипломаты должны предъявлять только паспорт и действительно документ. И все, да? Ну ладно, тогда проходите. Так, сейчас, погодите, дипломат... Какого оружия? Проверка дипломата обязательно. Меня пригласили на международный... Так, хорошо, а что это? Проверка дип... Так, данные совпадают. Ну, вроде все нормально, да? Да, все нормально. Итак, Арик Шубек, смотрим тебя. Тебя, значит, пригласили из Каличи. И все вроде совпадает. Я смотрю. Ну, тогда проходи. Не ограничен. Это было просто. Так, ну ты-то меня точно не должен обмануть. Ну, все правильно, видите? Так, ваши документики. В гости. Арбистан... месяц-другой, паспорт смотрим, вроде нормальный. Генева Боллинг, женский, в гости один месяц. А стоп, а что-то должны же еще или что, нет? Больше ничего не должны. 48 килограммов, ничего себе, какая худая. Ну, в принципе, все нормально. Да. Проходи давай. Это было просто, следующий... Да твою мать, нет, нарушаем правила, город... Ну ладно, не будем ругаться на это. Ай, чувак, уже этот пропуск ни хрена ничего не дает. Вот чем проблемка-то твоя, данные совпадают. Как они... Так. Вот черт, ты что-то уже в несовременном... Сказал, что годится. Ты еще раз посмотри. Да что там смотреть? Пошел отсюда. Можешь сюда не приходить. Ха-ха. Ты хороший человек, но у меня варсоцкий бизнес. В смысле, какой у тебя бизнес? Ты даже подделать нормальный документ не можешь? Или что у тебя там за бизнес-то, а? Мне интересно. Может, ты сам подделываешь? Тогда тебе надо... Я хочу навести друзей. 14 дней. 82-12. Хорошо, женский вроде бы. А вот паспорт, сучка ебаная, подделан. Значит, тут два разных номера. Это какая-то ошибка, документ правильный. Да и, конечно, правильный. Конечно, что случилось. Интересно, если я открываю, они могут мне что-нибудь сделать? Он же специально закрывает, типа это. Могут что-то подбросить и так далее. Ваши документы. Орден не дремлет. Чего? Эзик? Что это такое? Корман Дрекс. Ладно. Орден не дремлет. Корман Дрекс. Орден. Странно как-то. Ладно, 85 килограмм. Корскую Петро. Мужской. 84-й. И ГЦВ. Да. Ну а почем мне еще тут проверять-то, в принципе? Давай проходи, чувак. Словарь Стоцки. Так, не обманул все-таки. Так, атеист пришел с крестом на лбу. Перевернутым. На 8 недель. Так, хорошо. 83-й, 84-й, мужской, республика Виллетс Чейз. Виллетс. Хорошо. 82-й, 12-й, все хорошо, замечательно. Ну все, проходи, чувак. И фотка твоя. Замечательно. Иди спокойно работай. Да че такое, не могу даже отдать ему. Так, уже 7 впустили мы. Дальше идем. Да как? Да нет! Ошибка имя, офигеть, я так и думал, что-то там не хватает чего-то. 12 недель, 3 месяца, ну все правильно.
43, М, мужской, Бреннинтон Браун. Опа, а нет, все правильно. Просто надо уже смотреть нормально. Только, к сожалению, у тебя просрочен паспорт, чувак. Срок действия документа истек. Что? Не может быть. К сожалению, отказываю я тебе, чувак. А, стоп, это Корман Дрекс был, или... Ай, да какая разница? Насрать на этого Кормана, если честно. Корман Дрекс. Вот это точно она. Слушайте, ну у ней все совпадает. Может, наоборот, ее не надо впускать? Арстоцкая. Слушайте, не знаю, а? Блин, если я не впущу, мне поди-ка штраф дадут или что-то такое. Черт, надо было действительно не впустить ее, наверное. Да, скорее всего, так и есть. Постоянно ВП, Абристан, Арбистан. Гэтсби. Нифига себе у тебя фамилия. Кендалл Гэтсби. ПМЖ постоянно 82-е, 12-15-е. Паспорт вроде нормальный, совпадает. Ну, чувак, вроде все хорошо. Но я что-то вот как-то все-таки сомневаюсь. Что-то не понравилось. Мне что-то сейчас скажут, ой-ой-ой, ошибка, нет? Где паспорт? Паспорт! Вот, пожалуй, ну ты говноед-то сраный, а, даже паспорт не дает. Мужской, 84-й, поди-ка что-то по делу, а, что не дает паспорт. Или просто по памяти забыл. Транзит. 72-й, 12-й, 21-й. Ну иди из импора, мой дорогой. Это было просто. Следующий. Сколько мы штрафов? Да, пока без штрафа. Хорошо. Хорошо идем, хорошо работаем. Опа. Калечия. Меня пригласили официально. Официально тебя пригласили. Ну, ладно, посмотрим, давай. Риден. Ну, вроде все нормально. Из калечии же, да? Ну, идите, давайте. А толку они обсуждать-то будут? Они придут к выводу, что, типа, всех давайте тогда осматривать. Вот и все. Типа, равные права и так далее. Транзит 2 дня на 2 дня. Выезд, так, 12-е, 8. Бравский Вильям. Ну, теперь уже можно не торопиться. Фотка вроде твоя. Я даже, знаете, посмотрю, город ли тот ли. Карта регионов Антегрия. Так, Сан-Мармеро. Да, все правильно. Ну, черт, чувак, поздравляю. Ты прошел проверку. Проходи. Это было просто. Вот единственное, мне не дает покоя, что Корман Дрекс, что я ее пропустил. Нам, наверное, говорили, что, мол, не пропускай ни в коем случае. 15 баксов. 15 баксов, да что ж такое-то это? Ладно, дальше давайте. Еще каждый день за отопление надо платить, да что это такое-то, а?